Служба государственного инспектора Грузии занимается надзором за использование персональных данных, оштрафовала Минюст страны за публикацию кадров приема пищи бывшего президента Михаила Саакашвили и его доставки в тюремный госпиталь. Об этом говорится на сайте службы. Решением государственного инспектора Министерства юстиции Грузии и специальной пенитенциарной службы привлечены к административной ответственности за несколько эпизодов административного правонарушения, предусмотренной статьей 44 Закона Грузии о защите персональных данных, сказано в сообщении. Ведомство также обязали удалить видеозапись Саакашвили из Facebook и с официальных сайтов.